правительства Республики Марьян 2015. Ею становится Юрча Каяна, Марийский государственный университет. Третье место, не путайте, это вторая вице-мисс студенчества Марьян. Третья студентка Республики. Подарки от партнеров конкурса. Сертификат на 1000 рублей от ювелирной сети «Жемчуг», цветы от салона «Сады ММА» и дорожный кейс от магазина «Империя Сума». Юрча Каяна. Молодец. И соответственно, корона. Громче. Я думаю, Яна пока далеко не уходит. У нас уже все, чемпионский пьедестал. Кто займет ступень чуточку выше? Уже сейчас я озвучу первую вице-мисс студенчества Республики Марьян 2015. Соответственно, второе место. Это Михалева Анна, Поволжский государственный технологический университет. Анна Михалева, Волгатин. Подарки от партнеров конкурса. Ладно. Слово залу и болельщикам. Отлично. Подарки от партнеров конкурса. Сертификат на 1000 рублей от ювелирной сети «Жемчуг». Цветы от салона «Сады Медема» и дорожный кейс от магазина «Империя Сума». Отлично, друзья. Еще раз аплодисменты. Первая вице-мисс Михалева Анна. Классно. Ну а сейчас, дорогие друзья, настал самый важный момент. Момент, ради которого вы сегодня, в принципе, и пришли. Сейчас. Момент, ради которого сейчас девушки старались зарядка. И готовились, соответственно. Или место. Итак, я хочу, во-первых, сюда пригласить финалистку конкурса «Мисс студенчества России 2014» Марину Алдошину. Алдошина Марина, ждем вас здесь. Друзья, аплодисменты. И этот очень важный, очень интересный титул забирает Шкуро Ксения, Поволжский государственный технологический университет. Интрига накаляется. Мисс фотомодель Шкуро Ксения. По ГТУ. Следующая номинация, следующий титул, не менее важный, самый, назовем его так, элегантный, мисс элегантность. И сегодня этот титул, эту ленту, забирает представительница Марийского государственного университета Юрча Каяна. Молодец, все молодцы, молодцы сегодня. Я уверен, и члены жюри, и наши зрители в зале, и наши телезрители, и ребята, которые носят подарки.